Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Алексей и канал AlexMonk Classic Games. Я делаю такое вот объявление. Начну немножко издалека. На просторах YouTube я встречаю очень мало качественных видеопрохождений, локализованных на русский язык игр. Я имею в виду таких, которые без комментариев, просто чисто геймплей. Чисто геймплей локализованной игры. В основном видеопрохождения от английских, вернее от иностранных ютуберов, тоже без комментариев, чистые бывают, но так, чтобы в нашем русском сегменте кто-то делал качественное видеопрохождение локализованных игр без комментариев, таких записей практически мало. Извините, говорю экспромтом, поэтому я не могу иногда запинаться. Ну и вот, в ближайшее время я хочу заняться вот этими вот качественными видеопрохождениями. Это я к тому, чтобы не было вопросов вроде, а где комментарии, почему видео без твоего голоса. Такие дела. Первая игра на очереди будет Hitman Codename 47. У меня есть лицензионный диск, полностью переведенный на русский язык. Я постараюсь пройти игру максимально хорошо, как говорится, без сучка и без задоринки. Чтобы это было не просто видеопрохождение, а такой, знаете, как бы качественный контент, по которому можно саму пройти игру без проблем. Гайд своего рода. В общем, ожидайте. Видео на камеру я буду пореже снимать, потому что это несколько трудозатратно. Пока что я прохожу Need for Speed Most Wanted 2005 года на Xbox 360. После этого я не знаю, когда будет следующий живой летсплей. В ближайшее время будут в основном выходить только качественные видеопрохождения. То есть, прохождение русских локализованных игр для компьютера без моих комментариев. Чистый геймплей. Это я уже повторяюсь, по сути. Но это не значит, что вообще не будет больше живых летсплеев. Будут, но просто пореже. Хочется немножко отдохнуть от них. Знаете, так нахлынула в некотором роде ностальгия, когда я только-только начинал вести канал. Там я как раз таки занимался именно видеопрохождениями. Потом уже гораздо позже у меня пошли видео с комментариями. Вот, когда уважение, так сказать, начало моему творчеству, я думаю, вы меня поддержите. Дань моему творчеству, конечно, наверное, громко сказано, пафосно. Ну, может быть, те, кто смотрит мой канал с самого основания, поймут меня, что всю серьезность моих слов. Такие дела, ребята. В общем, на этом я буду с вами прощаться. Ожидайте новые серии Most Wanted. Я его, конечно же, не заброшу ни в коем случае, потому что это самая лучшая версия Most Wanted, и ради нее, по сути, я купил Xbox 360E. А также ожидайте качественное видеопрохождение Hitman Codename 47. Замечательная игра 2000 года. Ну а я с вами буду прощаться. С вами был Алексей и канал AlexMonk Classic Games. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Ах да, как я мог забыть, наверное, нужно было с этого начать. С Днем Великой Победы, ребята. Мирного вам неба над головой. Всем пока.